Привет, канал Той Руша и компания Той Ру представляют. Прошло 30 минут, и наша фигурка застыла. Ну, давай ее отделим. Давай. Аккуратненько, мне очень страшно. Отлично. Игра в 4 руки. Привет, Тём. Привет. Как у тебя дела? Нормально. У меня для тебя есть очень классный набор. Хочешь посмотреть? Да, конечно. Это набор Quick Cells. О, я о таком наборе давно мечтал. Это мозаика, которую нужно сначала сложить, а потом сбрызгать водой и играть. Ого, здесь вот такие аксессуары. Ого, что это за штука? Отлично. О, наклейки. Смотри, это для воды. Сюда нужно воду наливать, чтобы потом сбрызгивать. А вот сюда мы будем класть нашу мозаику. Отлично, у нас все готово. Давай, смотри, что нужно делать. Давай сначала просто разложим по цветам. У нас есть вот такая коробочка, и нам в нее нужно складывать мозаику. Давай. Открываем пакетики и высыпаем туда. Осторожно, чтобы не высыпалось. Тут есть лошадка, какой-то орк, похожий на Шрека. Ну, давай вот такого. Это викинг. Вот такой рисуночек у нас получается, и мы сверху кладем вторую платформу. Ну что ж, давай уже собирать. Давай. Бери вот эти вот черные бусинки, мозаички. Вот эти маленькие штучки развивают моторику рук. У меня была такая же почти игрушка, только мы не сбрызгали водой, а утюгом это все вот так приглаживали. Ого. И у меня была бабочка, примерно вот такая. И до сих пор она висит на холодильнике, но уже в не очень хорошем состоянии. Они, кстати, легко снимаются. То есть, если ты ошибся, можно повторить еще раз правильно. Так, давай коричневый. Это же коричневый. Сейчас настанет самый волшебный момент. Да, налей воды. У меня есть вода. Я могу открутить эту баночку. Так, кто будет брызгать? Я. Давай. Это тебе флакон магии. Похоже на духи. Да. Брызгайся. Раз, два. По всей площади. Три, четыре, восемь, девять, десять. Давай я теперь. 13, 14, 15, 16, 17, 24 и последний. Раз, два, три. 25. Все. Нашему викингу надо просохнуть. Мы подождем 30 минут. Давай. Прошло 30 минут, и наша фигурка застыла. Классно, давай ее отделим от по этой поверхности. Давай. Аккуратненько, мне очень страшно. Отлично. Так. Смотри, и теперь вот так вот. Ладно. О, классно! Можно поставить его сюда? Давай, потом сделаем топор. Прям как будто 3D. Классно получилось. Так, вот так ставим. О, класс! Смотри, и настоящий прям. Топор. Классно получился. Да. Рыцарь. Викинг с топором. Здорово, что из этого набора можно делать много разных игрушек. Можно сделать лошадь, сюда прикрепить голову, и будет классно играть вместе. Так, смотри, похож? Наш лучше. Тут чуть-чуть разные, ну, но все-таки да, здесь мы глаз... же сами это делали, он получился смешнее. Мы могли бы еще сделать с тобой много всего, а это мы сделаем с тобой в следующий раз. А где ты эту игрушку купила? В магазине Той.ру. Ого! А может быть, мы сходим в следующий раз и купим еще один набор? Давай. Подписывайтесь на канал Той Руша. Ставьте лайки. И оставляйте комментарии под этим видео. Мы надеемся, вам понравилась эта игра. Мы знаем, чего хотят дети.